И в завершении вас ждет очень целеустремленная и талантливая девочка с укулеле. На прослушиваниях Айлун Галымбек не оставила никаких сомнений для жюри. И сегодня обещает сделать то же самое. Уникальный артист, да, с большой буквы А, потому что ее навыки в исполнительском искусстве, ее вокальный талант, ее такая, знаешь, влюбленность в сцену, которая дает ей максимальное спокойствие и сосредоточенность на том, что она делает. Все это было заметно, потому что когда артист уверен на сцене, это передается зрителю такое, знаешь, спокойствие. Ребята, я пришла, я вам сейчас покажу, как надо сделать круто. И у Айлун тогда это бесспорно получилось. Я увидела в Айлун ее уверенность, ее любовь к своему делу. Исполняла песню как профессиональная певица, которая имеет опыт уже более 20 лет на сцене. В этой девочке нету слова «остановись». Она такая. В ней есть огонь, она должна показать себя. Удивительная способность, когда в человеке есть вот это вот чутье музыкальное хорошее. Давай. Да. Меня очень много репостили в Инстаграме, и у меня появилось очень много подписчиков, во-первых. У меня очень много фанатов появилось, сколько много людей, которые мне в описании и в комментариях писали: «Давай, ты молодец, ты лучшая, я тебя так люблю». После того тура я захотела изменить свой голос. Ну, не прям сразу изменить, чуть-чуть хотя бы какие-то ошибки исправить. И у меня появилась, знаете, такая маленькая фишка. Я стала более увереннее, потому что мы репетируем, уже как-то это более серьезно. Давай относиться к этому серьезно. Ну, считаю, что вообще с каждым разом все должно быть все лучше и лучше. Мне так бабушка говорит всегда. Айлун, привет, это Данеля. Я знаю, что ты принимаешь участие в очень крутом шоу, участие в котором, я уверена, тебе поможет в будущем. И поэтому я хочу тебе пожелать огромной удачи. Главное, иди к своей цели и не забывай о том, что ты самая лучшая. Удачи! Это кто? Это была Данеля Тулешева, да? Это очень удивительно, я не ожидала. Очень приятно. Айлун, кажется, уже понимает мир лучше, чем многие признанные аксакалы. Что этот талантливый ребенок приготовил для полуфинала, мы увидим прямо сейчас. На сцене Айлун Галымбек. Don't even need to buy a new dress. Put anybody else to the thing.
это было здорово! Скажи, понравилось тебе выступать в полуфинале? Очень классно. Сири, как оцениваешь исполнение Айлун? Ты очень интересно показала себя в аудишене. Я терялся в догадках, что ты нам подготовишь. Тут появляется лайв-бэнд, появляется замечательный балет. И ты прекрасная. Crazy вообще очень непростая, очень сложная песня, которая требует выдержки от самого начала и до самого конца. Браво тебе за то, что ты так четко все отработала. Спасибо. Вы знаете, я могу только сказать, есть кому передать казахстанскую эстраду. Спасибо. На самом деле, мне поразило, как она слышит лайв-бэнд, и она ни разу не, как говорится, не слетела и хореографически справлялась. Мне кажется, что ты достойно можешь представить нашу страну в гранд-финале. Central Asia's Got Talent! Маленькая Айлун, большая звезда на сцене. Я хочу ее назвать так. Спасибо. Так красиво, так уверенно и достойно я не смогу стоять, как Айлун. Спасибо. Айлун, ты просто божественная девочка. Ты любишь творчество, и ты создана для сцены. Я тебе желаю, чтобы ты достигла мирового уровня. Спасибо большое. Очарование Альбени. Это несравненный вкус. Уникальная гармония шоколада, печенья и карамели. Очарование Альбени в его неповторимом вкусе.